вечора, ми з України. В прошлой серии Андрей, он же Ахиллес, сын Пелея, победил 137-килограммовую громилу. Сможет ли кто-то в этом выпуске его одолеть? Или он так и останется непобедимым? Я поборю Андрея. Ну, мне надо только немножко времени для этого. И у меня уже есть тренер, его зовут Коля. Всем привет. Коля, какие у меня шансы побороть Андрея? Никаких. Значит, мы будем в зале заниматься с Колей армрестлингом. Он мне будет показывать всякие приемы. Я буду периодически показывать это на моем канале. И потом я с легкостью смогу побороть Андрея. Да? Да, конечно, конечно. Да, конечно. По идее, сейчас должна была звучать мотивационная песня из фильма «Рокки». Но так как нас забанят по причине нарушения авторских прав, я сама вам ее напою. Поехали. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back. On my feet, just the man. And his will to survive. А тем временем в арм-гараже. Тот раз просто вспоминал еще, что и как. А, я понял. Учился заново. На этот раз можно с тобой будет побороться? Нет. Ничего нет. В следующий раз можно будет. Я понял. Я могу не тренироваться. В конце хорошо затянул прям тогда. Ну да, вот сюда. Куда тут круг заходить? В круг лучше не лезть, да? Не. Так, работаем. Да, завязки как бы, да. Конечно. Вообще даже. Ну что же, левый, блин, левый тут. Ничего не надо сделать. Бессмысленно, вообще. Все, можно выложить. Левая, это точно. Я шипю, правда, это не я. Я не знаю, походу, я Я думал, что кошак мог уже поджариться. Ну, здесь точно ничего нету. Ёлочка.
Да. Ученик превзошел учителя. Да. Интересно посмотреть, чему там учит тренер Коля. Ну, как-то неловко, если честно. Так, так, немножко ноги ставим пошире. И плечевую кость ложим на бедро. И с верхнего положения от плеча мы ведем и опускаем так, чтобы потом гантели была параллельно ноге. И отсюда поднимаем до плеча максимально как можно вверх. Можно к себе поближе чуть локоть потянуть. Да. На 7 делаю. На левое уверенное. Движение само уверенное. Ну, блок примерно на уровне глаз. Чтобы нагрузка шла. Закручиваем не очень сильно. Где-то на градусов 90 стягиваем. И от края подушки начинаем нижними пальцами вкручивать вниз. И чуть-чуть бок добавлять. Кисть на старте выравниваем. Ну и подконтрольное делаем. Просто сюда, да? Да. Так, что нам надо? Надо музыка. Ты взял, да? Ну, какой-то секунду подержал. Да все. Не, жара пить коричневый, конечно. А ну встать, о, почти, почти. Ух, держал, да? Че играет вина очень сильно? Да, просто. Да. Рома. Не пошла сегодня, да? Ну и так не кажется. Ну, в принципе, нож пригодился за месяц. Давайте мы за это. Нормально. Ну, попробуем. Мне еще легче стало.
Жанр, что называется, поддерживает. Да тут не я один. Вот мы и приблизились к финальному поединку этого выпуска. Ахиллес против главного босса по имени Константин. Он же основатель и руководитель арм-гаража в Одессе. Рейго! Завязываемся, да? Давай. Потому что без завязки тебе очень тяжело. Самый у вас опытный. Туда сразу кастрюлю. Возьми, просто папочку можешь встать, чтобы было видно. А ты точно на фланге. Видно? Ну ладно. Центр есть. Центр есть. Ready, go! Не, ну правда у нас сильно большая разница. Посильно у нас. Ну что, давай еще, еще, давай еще. Ready, go! Видишь, со старта чуть-чуть получается. Не-не-не, я понял. Я просто не закручиваю сразу. Я держу. Принимайте победу со смирением, а проигрыш с достоинством. В следующем выпуске я хотел бы показать вам совместную тренировку с одним очень крутым и очень сильным спортсменом. Он является мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Зовут его Алексей, и он из Одессы. На данный момент он уже не выступает. Какие веса он поднимает в зале? Приседания у него 300-320 килограмм без бинтов. Становая тяга 340-355 килограмм. Периодически его зовут на турниры по пролифтингу. Он ездит, занимает призовые места. Также он был на соревнованиях по строгому подъему на бицепс. И поднял штангу весом вроде бы 100 килограмм. Заинтересован армрестлингом. Он начал подготовку. Посмотрим, что из этого выйдет. Смотрите, наблюдайте. Надеюсь, что все получится. Мы там несколько дублей сделаем. Да, поехали. А потом мы это свяжем, потому что будут выпуски, когда мы будем с тобой вместе Андрей тренироваться. Андрей, да. Всем привет. Да, подожди. Все, поехали. Нормально? Да. Все, нормально. Снято?